Друзья, всех рад приветствовать на канале КЗРН 1337. Начинаем обзор боя, который был сыгран на карте Highway. Стандартный бой. А техника у нас AMX 13-105. Играем с Мантикора и играем против также 105-ка и Т-100-лета. Респа у нас, конечно же, не очень, да. С той стороны покруче будет отыгрывать. Но как мы здесь будем отыгрывать, сейчас мы, собственно говоря, и посмотрим, да? Потому что можно делать перекатку вниз, центр и перекатку вправо. Право лесочек и уходим в город, да? То есть это такая ЕБРовская перекаточка, либо ГКшная, да? Так, занимаем с правой стороны грядочку, да, скорее всего? Но интересно, где будет играть Т-100-лет и 105-ек. Потому что иногда Т-100-лет нас пересвечивает на подкатке к этой грядке. Здесь надо играть аккуратнее. У Т-100-лета чуть более большая мобильность. Так, вот прога. Прога засветилась, нормально. Ребята должны отработать ее. Хорошо. Где фокус? Где фокус? Где фокус, ребят? Где фокус? Хори нормально, нормально, почти сдули. Нас сдувайте, нас сдувайте, отправить в ангар. Давай, давай, стервочка, давай, давай. Гриль ошибается. Нормально, нормально. Я думал, что ошибка по стрельбе, но нет, но там две алта играют с той стороны. А почему они играют с той стороны, как бы интересно, да? И хорошая позиция у нас для ЛТ в квадрате Е3 за вагончиком, прямо возле дороги. Прям хорошая позиция. На паёчке обязательно играю. Да-да-да, и перекатываем через дорогу, и подкатываем с той стороны, скорее всего, да? Тут надо играть аккуратненько, аккуратненько. ТВПшку засветили, ТВПшка там играет, есть инфа. А дистанция позволяет нам не светиться. А ТВП думает, что я светится квадрата А1. Вот это ВП. ТВП не наказывает, да? ТВП даже не наказывают. Видим, что играем с серверным прицелом, да? Видите, как он бегает? Дистанция. Ай-яй-яй. На КД его надо уйти. Да, мы засветились. Надо жить. Вот это ошибка, да? Зачем надо было стрелять, да? Вот это ошибочка. Это ошибочка. Так, 105-ка их отправили в ангар. Играет только Т-100-лет. Где он играет? Собственно говоря, вопрос, да? Откуда нас могли... нас ТВПшка, скорее всего, засветила, да? Да. Скорее всего, так и было. Мантикора очень дерзко играет. Да, надо переезжать на тот фланг, и с того фланга уже что-то пытаться делать. ЛТ засветился. Успеем? Не, не успеваем его отработать, да? Как же тут будем играть? Ага, 268 засветился, 268 хорошо играешь, братан. Хорошо играешь, отлично. Бабаха, где ты? Бабаха, ты где, бабаха? Бабаха, ты где? Засветились. Получаем от гриля, гриля нас прощает. Вот, это могло быть фатально для нас, так? Да? Видели, какое везение, да? Какое везение? Что гриль просто нас не пробил, да? Это везение. Бой прям на везение, скажем так. Уже на вот после непробития гриля, это уже бой на везение. Это прям чудо, что гриль нас не пробил. ТВПшку засветили. ТВПшку отрабатывают, прекрасно. Помогаем. Сдули. Сумарочка уже за 5 перевалила, прекрасно. Да, на КД аккуратненько. Т-100-лет, где играет Т-100-лет? А Мантикора где наша? Мантикора нашего сдули, да? Вот Т-100-лет, засветили его, прекрасно, надо его отрабатывать. Доберем? Должны добирать, да. Раз. Добираем в ангар. Т-100-лет ушел. Красавчик. Красавчик. Засейвили за домиком. Уходим на КД. А бабаха засветилась. Играет на респе.
Да, партия очень хорошо скинули себя из города. Прекрасно. Прекрасненько, прекрасненько. Но не доберут, да? Скорее всего, не доберут. Арта у нас еще двухотметочная. Минус арта, арта умничка. Арта прям умничка добрала ее. Так, теперь надо аккуратненько отыгрывать. Арта у них играет на H1. Ориентировочно, да. Надо потихонечку прокатывать. А вот как прокатывать, тут, собственно говоря, вопрос. Можно по низу прокатить? Да, можно через ущелье подняться наверх. Скорее всего, через низ будем играть, да, под город. А бабаху засветили, засветились. А сами надо уходить в сейф, аккуратненько отыгрывать. Можно еще дать пару шотиков по бабахе, да, более на КД. Два. Третий, успеем? Не успеваем, да? Нет, не успеваем. Да, нужно уходить в ущелье. Бабаху забрали, молодцы, ребята хорошо отыгрывают. И по сумарочку у нас уже за 9. За 8. Эй. За 9, правильно сказал. Грилечек, грилечек. Ой, повезло нам, повезло, второй раз повезло. За 10 перевалили, нормально, хорошо идем. Так, тут еще играет 2-6-8, а Стеру где-то играет, да? Стеру, скорее всего, на респу откатилась, но Стеру будет высветить на подкатке как бы проблематично, да? Она нас должна пересветить, потому что поле. Так, где у нас играет 2-6-8? Арта у нас забилась в угол, видим, да? Вот у нас арта, засветили арту. Засветили арту, и тут 268, да? Тут 268, а, тут еще есть 268, да-да-да-да, тут все. Тут все, тут все, ой-ой-ой. А вот и серва наша. А вот и серва. Так, за 11 перевалили, прекрасно, хорош, хороший отыгрыш. Блочим серву, чтобы она не отъехала назад. Я бы не мешал бы развернуть под ВЗ-шку, да? Это было бы прям очень хорошо, если развернули бы ее. Арта отлично работает. Атле отлично работает. Пробитие. Есть пробитие, да? Есть пробитие, есть. И... доберем? Доберем или нет? Добираем. Красавчик, красавчик. Отлично, отыгрыш. Отличный. Да, отыгрыш на... ну, тут было что у нас? Две ошибки, да? Когда стреляли по ТВПшке, засветились от нее. И когда стреляли по 268 и получили от гриля, да? Вот это была прям сильная ошибочка. Но суммарочка, собственно говоря, довольно-таки прикольненькая. Очень хорошая, скажем так. Перейдем аккуратненько мы с вами к результатам этого боя. Результативность у нас будет такова, собственно говоря. Получаем мастера за отличную игру. Да, на везение. После того выстрела, да, когда гриль не пробил нас. Дальше игра пошла на везении. Цель указатель ко столом. Дуэлянт. Боец. Огонь на поражение. 180 тысяч на фармили. По опыту довольно-таки неплохо. 7 бонов сюда. Дозорный. Основной калибр. Кто бы подумал, да? На ЛТ. Основной калибр, серьезно. 8 танков засветили. 6977 чисто на света. 5776 на стрелы и 5 фрагов. Я прям не заметил 5 фрагов. Прям не заметил. Так прям красиво было отыграно, что прям ой, есть. Среднячок по опыту. 21 выстрел, 17 попаданий, 17 пробитий. 93 тысячи нафармили. Довольно-таки неплохой фарм получился у нас. И 396 чистого опыта. Бой. Бой красочный. Красочный, динамичный. Хорошие перекаточки. Хороший фокус. Хороший фокус от соперников, которые быстренько отстреливали, да? Прям найс команда. Команда прям найс. Все, прям респектуля за этот бой, именно респектуля. Ваше мнение, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, хотелось бы их почитать, они реально... Ну, бой реально был классненький, вот что-что, но бой классненький. Да, были ошибки, но эти ошибки себя, собственно говоря, оправдали. Кто не рискует, тот, собственно говоря, не занимает вершины подиумов. На этом, собственно говоря, разбор мы этого боя завершим. Всем спасибо за внимание, за поддержку. Напоминаю, что стримы проводятся ежедневно с 19 по Москве. Площадки у нас Трова, ВК Плей, Твич и Ютубчик. Все. На этом, собственно говоря, ребят, все. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. До скорых, собственно говоря, встреч. Всем пока-пока.